Сегодня в Греции на 24 часа прекратили работать. Общенациональная суточная забастовка по всей стране состоялась в качестве акции протеста против политики правительства. Весь день будут закрыты государственные и муниципальные учреждения, больницы и аптеки. Изменен график работы общественного транспорта, прекращено железнодорожное и морское сообщение. Отменены более 30 внутренних авиарейсов. Забастовку проводят и журналисты. Освещать они будут только события, связанные с акциями протеста. Всеобщую забастовку поддержали все ведущие профсоюзы работников государственного и частного секторов. Коммунистический профсоюз, Сегреческий боевой фронт. Профсоюзы планируют крупные митинги в центре. Афин. Греки протестуют против третьего меморандума с кредиторами, по которому правительство обязалось провести меры жесткой экономии в обмен на кредиты объемом 86 миллиардов евро. Всеобщая конфедерация трудящихся Греции обвинила правительство в нарушении предвыборных обещаний и продолжении политики обнищания населения. Профсоюз служащих Греции потребовал отказаться от старых и новых меморандумов с кредиторами, сохранить пенсии, разморозить зарплаты, прекратить увольнение госслужащих и работников государственного сектора, образования, здравоохранения. Отменить новые налоги, установить справедливую налоговую систему, а также списать большую часть госдолга.